являемся руководителем Алтайской области. Будем приезжать в школы, встречаться с детьми, с молодежью именно вашего возраста, тех ребят, которые сейчас учатся на старших классах и готовятся уже к своей взрослой жизни, для того, чтобы выбрать свой путь, выбрать дорогу жизни, ну и, соответственно, выбрать ту профессию, которая будет вам помогать всю вашу жизнь идти по намеченному вами пути. И мне очень приятно, что сегодня я первый провожу такой урок в Алтайской области. Я приехал, конечно, в свою любимую, дорогую 31-ю школу, школу, которую я сам закончил, как мне кажется, не так давно, но если оглянуться, уже оказывается очень давно. Я попросил, чтобы собрали именно тех ребят, именно вас, кто сейчас уже готовится стать совсем взрослым, и хотел бы с вами поговорить о вашем будущем, о выборе вами профессии, как ее надо выбирать, к чему надо готовиться, какие бывают профессии, что нужно сделать для того, чтобы профессия нравилась, что нужно сделать для того, чтобы она была интересна вам, ну и самое главное, что сделать для того, чтобы она была полезна людям. Мы разработали специальную маршрутную карту, которая показывает по шагам, какие надо сделать выбор действий для того, чтобы правильно выбрать профессию, которую вы будете потом, я надеюсь, если вы будете ее правильно всю жизнь заниматься, трудиться, работать. Мы их разбили на шаги, на станции, чтобы вам было удобнее, интереснее и понятнее, как же надо правильно выбирать профессию. Ну, самое первое, надо изучить весь мир профессий. Профессия – это занятие, вид труда. Это требования профессии к человеку – это знания, умения и навыки. Вы знаете, что в мире более 20 тысяч разных профессий. И какую из них вы выберете, зависит от того, как вы серьезно подойдете к этому вопросу. Правильно выбрать профессию – это целая задача, целый огромный большой труд. И никому не верьте, кто вам говорит, что очень просто выбрать профессию. Надо сначала определиться, что вы сами можете, что вы умеете, или что необходимо вам обучиться или знать для того, чтобы выбрать ту или иную профессию. Ну и, соответственно, выбрать ваше профессиональное будущее.